Музыка жить и лечить помогает. Сотрудники Нижегородского института травматологии и ортопедии начали свой день с основательной порции вдохновения. Оркестр солисты Нижнего Новгорода уже 6-й год подряд таким образом поздравляет врачей с наступившим Новым годом. Знаете, это настолько приятно, когда врачи выходят из аудитории с глазами, воодушевленными музыкой, красивой классической музыкой, и именно с этим настроением приступают к своей работе. Поэтому такое ежегодное поздравление для нас — это заряд бодрости на весь год. И мы очень благодарны, что они приходят к нам и с такими добрыми нотами. В этот раз музыканты назвали свою программу «Встреча с другом». Ведь за эти годы сотрудники НИИТО и правда стали хорошими товарищами с солистами Нижнего Новгорода. И год за годом послушать классику приходит все больше сотрудников. Терапия музыкой не вымысел, а реально помогающая практика. Она идет на пользу и пациентам, и персоналу. Создается очень благоприятный психоэмоциональный фон. Настроение повышается на целую неделю. Солисты Нижнего Новгорода часто у нас выступают. Я даже хожу на их концерты, и не только здесь. Концерт прошел с самого утра. По словам руководителя оркестра Владимира Плаксина, выступление в НИИТО – единственное, куда солисты Нижнего выбираются в такую рань. Докторам предстоит долгий и непростой день, но спасать жизни на таком эмоциональном подъеме значительно приятнее.